В Ивановской мэрии подвели итоги спартакиады «Малышок». Этого события взрослые дети ждали 8 месяцев. Именно столько длятся соревнования для дошколят. С октября по май воспитанники 60 детских садов города соревновались в преодолении полосы препятствий, спортивном ориентировании, беге. Теперь настала пора подведения итогов. Лучший результат в этом году показали воспитанники 29-го детского сада. В лидерах они не первый год и стараются держать высокую планку. Чтобы интерес к спартакиаде не угасал, организаторы каждый раз придумывают что-то новенькое. Например, вводят дополнительные виды спорта. Не только летние, но и зимние. В прошлом году спартакиада «Малышок» состояла из трех видов, а в этом году мы решили ввести четвертый вид. И так я думаю, что на этом мы не остановимся. Я так думаю, что мы загрузим наши детские сады в течение года полностью спортом.